Доброго всем времени суток! Здравствуйте, мои родные, здравствуйте, мои дорогие, мои любимые подписчики, любители, всех-всех, у кого дома есть такие вот красивые пушистики. Очень просили меня снять моих малышей. У меня сейчас есть 6 прекрасных маленьких, которых уже можно резервировать. Я сейчас про каждого расскажу, каждого покажу, каждого расскажу. Вот такой вот у меня мужчина красивый. 5 мальчиков и 1 девочка, Беляночка. Это у нас мужчина. Шикарный мужчина. Очень красивый. Приходит ко мне с падки. Такой нежный, добрый мальчик. Хороший. Да, ты у меня очень хороший, очень добрый. Ой, такой момент. Мужичок такой сладкий. Сладкий-сладкий мишенька. Не бойся. Все маленькие у меня здесь играют. Мужички. Привет. Привет, поздоровайтесь. Поздоровайтесь. Это у нас совсем крошечки маленькие. Это Лизы, детки. Это Лизыны. Балованный. Балованный мужичок. Балованный. Это Лизыны. Это куколки Лизы. 4 маленьких куколки, все практически, не кусайся. Все практически одного, не кусайся. Одного окраса, кто-то светлее, кто-то темнее. Ребята, нельзя. Вот такие маленькие, такие хорошенькие. Ай, балованный. Ох ты, балованный какой. Шустрый, балованный. Лизаных малышек положила отдельно. Они у меня все сходятся, все в одну корзину. И вот такое вот творят. Чудеса. У нас тут чудеса. Вот что мы вытворяем. Вот. Вот так вот мы играем. Вот. Мы тут играем. Мы любим. Мы любим тут играть. Скажи, нам очень нравится. Мужичок. Это у нас мужичок. У Лизочки 3 девочки и 1 мальчик. Такие куколки. Это Лизыны маленькие. Лизынькины. И моя куколка. Как у тебя дела? Вот это они такое вытворяют. Я выгоняю их, потому что нельзя маленьких мне. Я не разрешаю к малышам. Они все равно не слушаются. Все сюда приходят. И вот такое вот мне творят. Лилу. Что вытворяют дети? Лучше. Кому интересно, можете писать, мне резервировать 3 девочки. Еще не знаю, какие веслоухие, прямоухие. Мордочки широкие, вы уже сами видели. Очень хорошо сформированы, очень хорошо. Шикарные малыши у Лизки получились, просто шикарные. Роды у нас прошли налегке. Сумки роды прошли налегке, я даже сама того не ожидала. Есть у нас вот такой вот мужчина. Мы свели с котиком. Чемпионом, и вот, вот такие вот получились смешные малыши. Color Point. Это страйтик. Он очень резвый, очень шустрый и хорошо уже кушает мясо. Нам сегодня ровно месяц и неделька. Ровно. Очень непослушный и очень-очень игривый. Глаза у него должны быть голубые-голубые. Классный малой. Резвый, шикарный мальчик. Ты хороший мальчик, он очень любит, когда его хвалят. Такая морда класснючая. Уши такие, у тебя такие ухи классные. Ухи. Такие ухи вкусные. Такие вкусные у тебя ушки. Такие ушки вкусные. Кукла, ты маленькая кукла. Сердечко бьется. Бьется сердечко такое. Ты же боишься меня? Я, у меня будет. И бояться не нужно. Моя куколка, да. Вот эти 2 куклы, это просто чудо. Чудо и чудес. Это мой медвежоночек. Он такой добрый. Он такой хороший. Это Багиркины малые. Он такой сладкий. Сладкий здесь, это кажется. Кушал маму. Он маму кушал. Он язычок вытаскивает. Такой нежный-нежный малой. Такой классный. Такой хороший. Как плюшечка. Его бери. Если хочешь с ним, то и делай. Он игривый, он не агрессивный. Очень малой, такой чудесный. Я его обожаю. Моя куколка.
И такой окрас у нас красивый. Очень красивые. Голубого окраса. Немножечко табированный. Бесподобный мальчик. Бесподобный. Маленький кукленочек. Мишка маленький. Маленький медвежоночек. Вчера у нас была фотосессия. Он у меня такой умница. Позировал так красиво нам. Так красиво позировал. Позировал красиво. Расскажи мне. Ну, расскажи. Дальше. Кто у нас тут прячется? У нас вот такая вот царевна. Белянка. Такая беленочка моя куколка. Это тоже у нас папа гранд-чемпион. Colorpoint. И у нас получилась вот такая вот малышка. А, ты боишься, она вчера испугалась камеру, очень испугалась. Мы ей уже и вкусности давали. И что мы ей только не давали, она так нам и не попозировала красиво, но все равно мы словили пару кадров, бежала. Она у меня любит все верха, очень прыгает. Она у нас скалолазка. Маська, иди сюда. Скалолазка моя. А где верха, там и она. Она у нас заводила всех она мужиков наших. Каждого тронет, а потом бежит от них. Прыгай сюда. Убежала. Бежала Белянка. Всех она тронет, а потом убегает и пищит, кричит ужасно. Они ее хватают все и грызут. И уже все вместе они ее любят. Вот такие две морды красивые. Такие красивые мордень мой, классные такие детки. Такие детки мои. Такие конфетки. Такие вот красивые у нас окрасы в этот раз. Бесподобные. Разные колорные, на любой вкус. Никогда у нас такого не было. Сколько вы у меня смотрите, такого у меня никогда не было. Не бойся, зайка. Ты же у меня такая храбрая. Ты храбрая, у меня должны быть голубенькие глазки. Ну, я куколка. У Беляночки должны быть голубые глаза. Ты маленький пушистик, ты такой у меня хороший мальчик. Ты у меня самый хороший, самый послушный. Он ко мне спать приходит, ляжет ко мне на подушку, смотрит на мою реакцию, как я реагирую, можно ли ко мне лечь или нет. Есть у меня еще вот такое вот чудо. Маленькое чудо из чудес. Мое сладкое чудо. Это не дитё, это сокровище. Он меня, как видит голос, бежит, он всегда меня встречает. Это мое самое сладкое чудо из чудес. Он спотуняет. Вот такой вот он маленький был, у меня сынок его брал и приучил его к рукам. И он как плюшечка. Ну что хочешь, то и делай. Что хочешь, то и делай. Он у нас как кукла. Он у нас маленькая куколка. Маленький. Ну, довольно он не маленький, я бы сказала, да? Красивый хвостик у нас. Вот такие красивые. Покажи живот свой. Покажи, какой у тебя живот красивый. Покажи. Тебя мама хорошо кормит? Расскажи, как я тебя кормлю. Я тебя хорошо кормлю? Расскажи. Хорошо? Я тебя вкусно кормлю? Я тебе вкусности даю? Даю тебе вкусности? Вкусности мы кушаем или нет? Расскажи нам. Не хочешь? Такой вот пушистик. Это у нас Стратик. Прямо милушка, мой красавец. Такие вот две куклы. Очень любят верха. Они сейчас все исследуют. Им все интересно. Все им нравится везде ходить. Уже разбегаются по разным комнатам глаз да глаз. На данный момент я не работаю. Сейчас за ними смотрю. Потому что очень быстро месяц. И нужно с ними посидеть немножечко. Пока маленькие окрепнут, подрастут. Такие вот маленькие куклы. Это моя Лизонька. Лиза их любит, всех целует, обнимает. Лизка у нас вообще молодец. А еще есть у нас вот такой вот кукленок. Веслоухий. Фупсик маленький. Он такой добрый. Его Лиза из всех выбрала, из всех деток. Она его очень любит. Они целуются вместе. Они обнимаются. Они очень много времени с ним проводят. Лизка будет очень скучать за ним. Да, малой? Вам сейчас не до меня, да? Вы хотите куда-то бежать. Вот такая кукла. Ты царапает меня. Кто-то меня царапает. Что он-то плавание такое?
Что у нас тут такое болевание? Что у нас царапает меня? Что у меня царапал? Ну, пушистик. Пушистики, маленькие такие куклы мои. Такие куколки. Маленькие куколки. Цвета, видите, у них очень красивые. Этот у меня табированный. А, на, лизанька маленького. А у этого маленького, а у этого красунчика цвет такой интересный. Кофейный, непонятный. Очень красивый. Ушки хорошо у него посаженные. Кушает хорошо. Такой умничка. Ты у меня вообще умница, да? Лизунька принимает у меня всех деток, как будто это ее дети. Она думает, что это все ее малыши. Кто тут у меня упал? Кто у меня тут упал? Кто у меня тут упал? Кто у меня тут? Ты упал, ты там игрался. Ты игрался мне там, да? Умничка. Ну, куколка маленькая. Лиза. Лизонька. Ну, я такая. Лиза у нас как мама. Багирочка и Лиза у меня молодцы. Они кормят деток. У Лилуши у меня очень мало молока. Очень мало. Поэтому Лизка у меня и Багира, они у меня незаменимые. Незаменимые. Умницы мои. Да, Лизонька, ты у меня умничка, Лиза? Лиза, ты у меня умница. Детки, тут кто ко мне пришел? Кто ко мне пришел? Малышня, кто ко мне тут пришел? Кто ко мне пришел, куклы? Лизаны малыши спят. Одна маленькая постоянно спит на спинке. Нравится ей. Лиза, тебе не нравится, что я деток показываю? Лиза, кто меня кусает? Кто кусает меня? Кто меня тут кусает? Детки, кто тут касается? Вот такие вот маленькие, красивые у меня пушистики. Вы очень много писали мне и ждали этот обзор. Что же получилось? Какие детки, какие конфетки. Вот такой вот книжка у меня красивый. Такой спокойный, малой, спокойный. Правда, грызут все шнуры. Сейчас все прячем. Прыгают везде, где только можно. Вот ты обратно меня схватил и меня грызешь. Вот кто мне? Кто там? Кто грызет меня? Кто меня грызет? Кто? Ты меня кусал? Ты кусаешь меня? Да? А зачем ты меня кусал? А зачем ты меня кусал? Скажи, зачем? Кукла. Так. Вот такие вот сладкие-сладкие детки. И сладкие-сладкие конфетки у меня. Садись. Нам уже больше месяца. Ровно сегодня месяц и неделька. Пишите свои отзывы. Какое у вас пополнение? Какие у вас малыши сейчас в доме? Это радость, это отрада. Я тоже порадуюсь вместе с вами. А вы порадуетесь вместе со мной. Такое вот такое счастье. Просыпаешься и рядышком такие куколки маленькие. Большое спасибо хочу всем сказать, кто мне пишет, кто находит в соцсетях, кто не боится, не стесняется писать мне. Я всегда отвечаю всем. Всем отвечаю. Всегда всем рада. Часто в Инстаграм я провожу прямые эфиры. Так что пишите. Так что заходите ко мне. И будете вместе со мной, я часто отвечаю в прямом эфире на вопросы. Куклы мои, сладкие. Конфетки мои, пушистики, тепленькие. Часто отвечаю я на комментарии, так что заходите ко мне. Многие вопросы разбираю, люди в прямом эфире спрашивают меня, я им отвечаю. Так что заходите почаще, не пропускайте мои прямые эфиры. Всех-всех-всех целую, всех-всех люблю. До свидания, мои родные.